И все получилось почти как на серьезных крупных конкурсах. Конечно, не было дефиле в купальниках, ведь участвовали будущие педагоги. Но показать свои таланты, женственность, интеллект, умение, находчивость и юмор юные студентки смогли в полной мере. Девушки блистали красотой и разными нарядами. Смогли очаровать, удивить и даже рассмешить некоторыми номерами зрителей и жюри. И, конечно же, сумели всем понравиться. Поэтому выбрать самую-самую всем было очень сложно. Жюри брали солидный перерыв и уходили на совещание. В итоге награды и дипломы у всех конкурсанток. Ирина Жигачева получила даже 2 диплома и 2 ленты победителя в номинациях «Мисс зрительских симпатий» по итогам интернет-голосования и звание «Вице-мисс колледж». «Мисс креативность» стала Ирина Батранина, а «Мисс артистичность» – Александра Смирнова. Номинацию «Мисс обаяние» отдали Дарье Виноградовой, а титул «Мисс колледж» завоевала Вика Салашнева. Ангелина Борисова, Альберт Домнин, новости 360 Ангарск.